Из-за снегопада проблемы были не только на дорогах. Аэропорт на какое-то время приостановил свою работу. Принимать и отправлять судно перестали в 5 утра. Пассажиров, чьи рейсы задержались, обеспечили водой и питанием. Метеоусловия и осадки создали ситуацию, при которой падающий снег таял, образовывалась корка. И в данной ситуации мы не могли безопасно принимать воздушные суда. Все службы аэропорта с ночи работали и вели расчистку полосы, но заряды снега, которые шли постоянно с периодичностью, усиливались, не дали возможность убрать своевременно корку. Аэропорт открыли в 10 утра. В целом из-за снегопада задержали 5 рейсов. Точную информацию о графике прилета и вылета судов можно узнать по телефону колл-центра 22 76 11.